Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем играть в Headstone. Ну что ж, не дали мне поиграть с жрецом. Задолбали этими птичками, решил сам такого охотника собрать. Вот, собственно, что я взял. Всепожирающий рой, 2 штуки. Выслеживание, 2. 2 крестьянина. 2 рикошета, 2 свечка стрела, 2 громострела, вот как раз эти птички, 2 ловца духов, 2 разборчивых заводчика, потом 2 странника из лунасвета, бран, 2 оружия гарпунная пушка, 2 диких духа, зола гаргона, 2 острых глаза, 2 погонщицы песни войны и 2 портала вечной песни. Вот, но мне кажется, вот эту карту все-таки понерфят, я не удивлюсь, если уже завтра. Потому что как-то она прям, ну дюжа прям сладко. Хоть прям бери завтра и легенду бери. Получай. Тут автология какая-то получилась. Мне кажется, он будет потом либо стоить дорого, либо урон наносить только существам. Хотя с Гул'даном дали же всем поиграть. Вон Тимур, считай, все дополнение о проклятиях просидел. Так я его ни разу и не сделал. Тави! Ну что ж, теперь и... у меня имба есть. Тайна! Не стоило напрашиваться. Я сколочу себе богатство. Это так, не обязательная карта. Вот, главное оружие и вот эти птицы. О, сколько оружий. Ну а птицу вот этот даст. 2 птицы нужно. Ну и бран, чтоб побыстрее. Так, можно вернуть потом и птичек. Сначала разыграть. Вот. Потом они атакуют. И потом их вернуть. Вот первая птичка. Так. Так, что тут? 2 разных семени. Потом. Так. Что, малышка, проголодался? Ну вот и вторая птичка. Здоровье, то есть если вот такое разыгрывать, это надо, чтобы было существо, которое вот вынесет. Так, улов, вот так можно брана получить. 7-й ход получается. Так, но можно и по-другому. Вот так вот. Это бестия ела наши припасы. И вот так вот. Будет больно. По 2. В сумме 4.
прохода. Не особо. Оп, здоровяк. Может, как раз и найдем, чем противостоять можно. О, а вот и Бран. Так, по 2, 4, на 2, 8. Так. Вот, значит, сейчас вот можно с ноликами попробовать. Вот, и как раз так, он усадит, тут? И они вернутся. Так, вот, выбираем вот это существо. Так, так. По два также наносят. Будет больно. По три. 6-12. С Браном. Так, на следующий ход получается 4-8-16. Надо. Так, вот можно еще одного Брана взять, даже двух. Вот, ну, это все так. Призовем семена. Так, подарим. Следующее уже возьмем, да? Так, наверное, вот такое лучше, чтобы еще два нанести. Итого 8 на 2 16. Вот с этим ударом будет 5 10 20 урона. На седьмой ход пока вот не получается. Так, лук через два хода. Будет больно. Так. 10 вот. И 20, да? Так, а у нас 23. Надо еще ход продержаться. Можно оружие посильнее взять. Все, выжил. 6 12 24. Неплохо сыграно. Эх, можно было и не брать. Ничего страшного. Будет больно. Кто знает, отлетай на что. Вот и все. Не седьмой ход, но восьмой. А так на седьмой ход можно вот все это делать. Если Бран не попадет, то вот подольше копить. Вот, а так вот раскопки есть всякие.
В общем, имба.